В первую очередь на длину. Смотрим на расстояние между вами и спусковым механизмом. Если ружье очень длинное, постоянно приходится тянуться. Слишком короткое тоже не очень удобно. Второй момент — изгиб вашего оружия. Он может быть правым или левым. Нужно, чтобы изгиб был подобран конкретно для вас. Стандартная винтовка ориентирована на праворукого охотника. Левши же с таким ружьем испытывают сложности. Итак, приклад. При стрельбе его гребень может задевать вашу щеку. Это самая ответственная деталь. Если он слишком большой, вы будете стрелять ввысь и наоборот. Если он слишком низкий, уровень обзора значительно сокращается. Чаще всего, когда я целюсь левым глазом, а он у меня видит хуже, я беру немного левее от цели. Поэтому, когда пристреливаете свое ружье, учитывайте этот фактор. Сходите к оружейному мастеру, и он осуществит соответствующие изменения в случае необходимости. Некоторые производители в комплект ружью включают приборы, которые позволяют вам осуществить пристрелку в домашних условиях. Это огромное преимущество. Неважно, какой метод вы выберете, главное сделать все на совесть. Добивайтесь цели и наслаждайтесь результатом. Я Ник Сайфер. Стреляйте точно. Спини. Одна из птиц должна быть где-то здесь. У нас у самих были предположения, где могут оказаться птицы, но именно Спини показал нам точно. Он показал точное местонахождение птицы, и дальше мы просто пошли за ним. Даниэль спускался в канаву, когда я видел его в последний раз. Птицы пронеслись вихрем, не прошло и доли секунд, как Даниэль выстрелил трижды. Тройное попадание. Возьми их, Хаген. Хватай. Принеси их, дорогой. Хорошо, приятель. Нам удалось определить местонахождение всех пристрельных птиц с помощью двух собак. Впечатляет, согласитесь. Эта охота в долине перепелок прошла под эгидой блестящей стрельбы и не менее успешной работы собак. У нас еще оставалось немного времени, и Даниэль решил поохотиться на другом участке, за дорогой. Это место он присмотрел еще до того, как мы поймали нескольких перепелок. Мы сошли с дороги, в нашем распоряжении было около полутора часов, и Спиннер, конечно, тут же принялся за дело. Я стреляю из Бенелли Нова Пром 20-й модели. Я перепробовал немало ружей, но остановил свой выбор именно на этом, с автоматической перезарядкой. Я могу выстрелить 5 раз подряд, не теряя ни секунды. Это и дает мне преимущество перед птицами. Отличный выстрел, Даниэль. Спиннер, неси его сюда. В этой долине очень быстрые птицы. Я не знаю, насколько быстро они летают, но действительно очень быстро. Правда, неравномерно. Окружают какой-нибудь куст или ветку, но не летят на большие расстояния, как некоторые фазаны или рябчики. Они летят очень редко. Это настоящее испытание для охотника. Неудивительно, что ты чувствуешь колоссальное удовлетворение, когда тебе удается подстрелить перепела. Тем не менее, вы вполне можете подстрелить порядка 10 перепелов в день, если, конечно, вам помогает ваш товарищ и четвероногий друг. Сегодня так и было. А ведь еще не вечер. После рекламы в программе «Охота по-американски» вы своими глазами увидите истинную ценность охотничьих собак. Мы же с Даниэлем еще немного постреляем, после чего наш повар поделится с вами своими рецептами. Возвращаемся к охоте по-американски. Спиннер и Хаги нашли нескольких птиц в кустах и на лужайке. Пришла пора новым подвигам. Мясо перепелок — одно из моих любимых блюд. Нежное белое мясо без душка. Мне очень интересно узнать, что же нам сегодня приготовит шеф-повар Иверсон Браунелл. Иверсон. Да, сэр. Перепелки к твоим услугам. Спасибо, что доставил их прямо на кухню. Мое почтение, Иверсон, выглядит аппетитно. Эти птицы с юга Айдахо, из района Бойса. Точно, это однозначно мое любимое блюдо, наша перепелка. Серьезно, тебе так нравятся перепелки? Да, говорю же, у них бесподобное мясо. Мне не терпится узнать, как именно ты их приготовил. Мне и раньше приходилось готовить перепелок, но я впервые воспользовался грилем Линкс. И должен признаться, что мне очень понравилось. Работает превосходно. По мне...